Привет! Сегодня классный день выдался. Мы утром с друзьями были в гидропарке. Я сейчас еще остался. Вот. Подошел к воде чуть-чуть. И хочу проговорить какие-то вещи. Вот, в первую очередь хочу отчитаться по последней беседе о посыле любви. Там я включил 9, но никого не было. Меня там отвлек звонок телефонный. Я поговорил долго. Но смотрю, там включалась Елена и ушла уже. Но потом я еще чуть посидел, и пришел Дима Мальков, и мы с ним пообщались. И вот интересное было ощущение, что он там сказал о каких-то определенных изменениях у него в жизни, в частности, как-то что-то ему перестала хотеться играть в компьютерную игру, в танки. Ну и меня это уже так примерно с полгода или, может, 4 месяца. И он это связывает со своим участием в беседах по посылу любви. А потом было интересно, так вот я старался разговор возвращать к посылу любви, вот, к практике, сейчас послать любовь. А ему как-то это было сложно, и он предпочитал отходить в сторону каких-то историй, рассказывать какие-то истории. То есть из момента сейчас куда-то уходить. Это перекликается с тем, как в прошлый раз как-то вроде как это же было у Сергея. То есть, я так интересно было это отметить. Ну, а в принципе, я так смотрю, что как-то у меня после того, как я эти беседы стал участвовать в них, организовывать их, как-то жизнь стала интереснее. То есть я в целом удовлетворен. И как-то это так вот сейчас движение стало больше. Мне нравятся вот эти наши игры в бадминтон в среду утром. Мы играли в зале, а вот это вот в первый раз встретились на свежем воздухе. Мы сегодня играть тут вот на свежем воздухе, солнце, травка и это, что еще? Абрикосы цветут, очень здорово было. И тут я испытывал такие эмоции яркие, проявлял их криками. Здорово это было. А потом очень приятный был момент. Самый приятный, когда мы шли от этих площадок к метро. И вот мы идем по этой травке, природа, солнышко, цветущие деревья. И мы еще объединены вот этим общим, что нас объединяет, игрой этой. Только что мы играли, переживали эти эмоции. И это было очень приятно, вот это ощущение, какое-то такое единение праздника, природы, выходного дня, очень здорово, за город,
такого. И вот это было очень ощущение такое сильное. И, конечно, хотелось бы вот так вот с какой-то, как бы, с какой-то, как бы, быть частью вот этих таких сообществ. Весна в этом году ранняя, и очень приятно так, уже такое ощущение, что лето, уже я в шортах гулял, и сегодня, если бы взял бы, сейчас бы переоделся бы в них, и как-то очень приятно, и вроде привык я уже, как бы, и к зиме, она уже комфортно стала, и комфортно лето. Ну и вообще сейчас здорово, что вот эти вот, как бы, проходят беседы по посылу любви, мне нравится. Только что-то у меня стал чуть-чуть расти животик. И я попробовал чуть-чуть бегать. Но, как бы, еще так здравый смысл подсказывает. И вот я видел видео об Артемия Лебедева, он предлагает меньше есть. Я вроде и так ем мало в сравнении с другими людьми. Но, видимо, еще меньше надо есть. Не съедать все, вот что, как бы, запланировал, а съесть столько, сколько сейчас хочется. Видимо, как-то так. Ну, еще хочу сказать, что последние две вот видео беседы я пробовал как-то вот так сложился способ посыла любви. Я там направляю внимание на объект какой-то, скажем, ну, какой-то объект. А, ну, как бы, обращаю внимание, реакция какая, как бы, у меня автоматическая в эту сторону. А потом, как бы, смотрю со стороны на вот этот объект и мою реакцию. И смотрю, как я могу, как бы, относиться к этому всему. И смотрю, что я в состоянии, как бы, способен относиться к этому нейтрально. Смотрю еще и обнаруживаю, что я могу относиться к этому объекту доброжелательно. А потом как-то от этого еще чуть-чуть, и, как бы, и смотрю, что я уже способен к этому относиться с любовью, как-то с горячей любовью. И вот мне нравится это. Но мне нравится это делать в компании, вот во время беседы о посыле любви. Это как-то уместно, интересно. А когда один, то как-то, ну, требует усилия. Это надо как-то, ну, не усилия, чтобы послать любовь, а усилия, чтобы идти в приключение это, как бы, идти в это, в эту игру. А когда мы вот с кем-то уже разговариваем о посыле любви, то как-то эта игра уже идет. И
и как бы это естественно. Приглашаю вас участвовать в этих видео-аудио беседах по посылу любви, которые мы проводим в четверг и воскресенье в 21 час. Сейчас в летнее время это одинаково в Киеве и в Москве. А зимой чуть-чуть как бы изменится в какую-то сторону.